Жаркий июньский полдень. Князь Игорь с дружиной возвращается с охоты. Удачная была охота. У лошадей ноги подгибаются под тяжестью добычи. И соболя, и куницы, и глухари, и косули. Богата дичью земля псковская. Но все мало молодому князю Игорю. «Идите без меня», — велит он своим людям, — «я вернусь и постреляю еще». Развернул он лошадь и поскакал к реке Великой, где плавали лебеди. Берега реки топкие, болотистые. «Вот бы лодку мне», — думает князь. И тут, как в сказке, из-за плакучей ивы появляется челн. Стройный юноша правит лодкой. «Эй, лодочник!» — кричит Игорь. «Подгони-ка лодку князю, да немедленно!» Лодка причалила, и молодой охотник ловко запрыгнул в нее. «Куда плыть, изволите?» — спрашивает лодочник. А голос у него нежный, как колокольчик переливается. Пригляделся князь Игорь и видит, что лодочник молодой — это не парень, а девушка лет 15. Вот и коса под шапкой спрятана. «Величать-то тебя как?» — спросил князь. «Отец меня Хельгой назвал, а люди Ольгой кличут». «Перевези меня на другой берег», — говорит князь, а сам все внимательнее девушку рассматривает. А та будто и не замечает его внимания. Ловко орудует веслом. Доплыли они до середины реки. Река широкая, течение сильное. Подсел князь Игорь к Ольге поближе и за талию ухватил. Шапку с нее снял и поцеловать попытался. А девушка как вырвется, аж лодка закачалась. Встала она гордо и говорит: «Зачем смущаешься, князь, замышляя дело неисполнимое? Но если бы даже ты мог одолеть меня, то глубина этой реки мне тотчас же будет защитой. Лучше мне умереть в чистоте, похоронив себя в сих водах, чем быть поруганным моему девству». Сказала так и к корме придвинулась, будто и вправду хочет прыгнуть и утопиться. Князь Игорь устыдился, отсел подальше и задумался. Поворачивая обратно, только и сказал. И Ольга направила лодку к берегу, гребет, а про себя улыбается. Если бы даже и прыгнула она в воду, то не утонула бы. Плавать и нырять она с рождения умела. Согласно житию святой княгини Ольги, родилась она в деревне Выбуты, в 12 километрах от Пскова, в семье варягов. Случайное знакомство на реке Великой описывает монах Нестор в «Повести временных лет». Когда наступила князю Игорю пора жениться, он попросил у своего отца, легендарного вещего Олега, разрешение взять в жены Ольгу. Вскоре после свадьбы Игоря и Ольги вещий Олег погиб, будучи укушенным змеей. Князь Игорь стал полноправным властителем русской земли и обосновался в Киеве. Теперь вместо охоты и развлечений он занялся сбором дани с соседних племен. Ему требовались большие средства, чтобы построить корабли и отправиться завоевывать Константинополь. Огнем и мечом выбивал князь Игорь дань со своих соседей, убивал направо и налево. Княгиня Ольга родила ему наследника, Святослава. И вдруг князь Игорь привез себе из похода вторую жену. «Чем же я провинилась, князь?» – запричитала Ольга. «С каких пор вам меня мало?» А Игорь осушил ковш браги и стукнул кулаком по столу. «Испокон веку князьям позволительно по три жены держать!» А Ольга ему отвечает: «Это все потому, что молитесь вы, князь, идолам своим, которые на самом деле-то простые деревяшки». Все, кто слышал этот разговор, испугались гнева князя Игоря. Подумали, что убьет он Ольгу за такие слова. Но Игорь ничего не ответил, развернулся и ушел в свои хоромы. Любил он Ольгу, но только всегда и всего ему было мало. И денег, и вина, и даже любви.
Оставил он при себе вторую жену, хотя она никакими достоинствами не обладала, была девушкой из диких лесных племен. По версии некоторых историков, после этого конфликта княгиня Ольга взяла своего любимого сына и отправилась из Киева в Великий Новгород. В какой-то момент северные русские земли оказались в ее подчинении. Князь Игорь признавал способности жены к управлению государством и никаких препятствий ей не чинил. Он строил корабли для войны с Византией, и казна его уменьшилась. Приближенные промышляли казнократством. Финансовые дела в формирующемся государстве были поставлены на самотек. Единственным средством пополнения бюджета оказались набеги на соседние племена. Вот и на этот раз собрал Игорь дружину и пошел собирать повышенный оброк с древлян. Жгли дома, пытали и убивали людей. Испуганные местные старейшины выплатили дань на год вперед. Удачно все получилось у Игоря. Поехала дружина обратно с победой. И вдруг Игорь говорит своим людям: «Езжайте без меня. Я вернусь и еще пособираю». По войску ропот пошел. Чувствовали дружинники, что нельзя возвращаться. И так все собрали. А Игорь повернул коня и помчался обратно к древлянам. Только оруженосца с собой взял. Его-то первым и застрелили древляне из лука, с которым они на медведей ходят. Князя Игоря они еще помучили, а потом привязали к двум согнутым березам и разорвали надвое. Изувеченное тело отправили жене его, княгине Ольге. Князь Игорь был убит в 946 году, когда наследнику престола Святославу было только 3 года. Ольга стала регентом при малолетнем князе. Таким образом, она считается первой женщиной-правительницей России. Княжеская дружина безоговорочно приняла ее власть после легендарной расправы над древлянами, которую учинила Ольга, отомстив за смерть мужа. Под предлогом совершения тризны по Игорю она с небольшой дружиной пришла в земли древлян и, опоив их войско, уничтожила своих врагов. Плюс к этому она сожгла деревянные крепости древлян с помощью почтовых голубей, к лапкам которых привязали горящую паклю. После этого испуганные древляне пошли на рискованный дипломатический шаг. Они прислали ко двору Ольги сватов и стали просить ее выйти замуж за своего правителя. Сваты прибыли по реке на ладье. Делая вид, что оказывают честь дорогим гостям, дружинники подняли ладью вместе с гостями и понесли к терему Ольги на руках. Древляне радовались, хохотали и понукали тех, кто нес ладью. Но их ждал сюрприз. Во дворе терема была вырыта огромная яма, в которую неудавшихся сватов опустили вместе с ладьей и закопали живьем. Согласно повести временных лет, сваты приезжали несколько раз, но каждую делегацию Ольга уничтожала самыми изощренными способами. По всем историческим источникам, кроме кровавой мести древлянам, других жестоких действий Ольга не совершала. Правила мудро и справедливо. В житии святой Ольги говорится о просветлении и святом знамении, которое на нее снизошло однажды. Поехала Ольга на то место, где когда-то познакомилась с князем Игорем. Там, на реке Великой, были расположены курганы и стояли деревянные идолы. Ольга хотела совершить принятый в то время языческий обряд. Но что-то ее остановило. И тут чудо произошло. Из небесного облака появились 3 луча ослепительных, а из них вышло видение, вроде как ангел. Поняла Ольга, что это не просто так, что было ей знамение. В 955 году княгиня отправилась в Константинополь,
чтобы принять христианскую веру. Ее крестил патриарх Феофилакт. По легенде, император Константин Багрянородный предложил княгине Ольге выйти за него замуж. Разбитые князем Игорем византийцы платили дань русским князьям, и установление родственных связей было бы удачным политическим ходом для Константинополя. Но приняв святое крещение, княгиня Ольга сказала императору: «Вы теперь вроде как мой крестный отец, как же я за отца-то замуж выйду? Нехорошо». Константин оценил мудрость Ольги. Он лестно отзывается о ней в своем произведении «О церемониях византийского двора», ценном литературном памятнике. Вернувшись в Киев, Ольга начала строительство каменных церквей, но она не притесняла язычников и не насаждала свою веру насильно. Она уповала на волю Божью и не торопила принятие христианства на Руси. Взяв за основу уклад византийского государства, она произвела небывалые по тем временам государственные реформы. Установила четкие размеры податей, периодичность их уплаты. Таким образом, она ушла от политики внезапных набегов, которую практиковал князь Игорь. Ольга ездила с дипломатическими миссиями в Византию, избегая боевых действий. На пересечении торговых путей Ольга создала центры торговли и обмена, назвав их погостами. Это был период расцвета Киевской Руси. Только Византия и государство саксов могли соперничать с ней по уровню развития. Князь Святослав подрос. Ольга передала ему власть. Она не смогла вырастить из сына христианина. Святослав был убежденным язычником. Часто оставляя Киев, он занимался в основном набегами и расширением своих владений. Ольга просила его не уезжать, не оставлять ее и Киев. «Видишь, я больна, куда хочешь уйти от меня? Когда похоронишь меня, отправляйся, куда захочешь». Но Святослав был своевольным, как и отец, князь Игорь. Стареющей княгине пришлось руководить защитой Киева от страшного набега печенегов в 968 году в отсутствии князя Святослава. Предположительно, в 969 году Ольга умерла. При ней находился христианский священник. Ее похоронили по христианскому обряду, и тризну по ней не справляли. При крещении в Константинополе она получила имя Елена, поскольку Ольги не было в святцах. Но когда в 16 веке ее канонизировали, она стала святой, равноапостольной княгиней Ольгой. Ее внук Владимир Ясносолнышко, креститель Руси, преклонялся перед памятью своей мудрой бабушки. Его выбор христианской веры, несомненно, произошел под ее влиянием. Владимир поместил мощи княгини Ольги в каменный гроб с окошком. Говорят, заглянув туда, можно было увидеть свет. В наши дни святая Ольга считается покровительницей вдов и тех, кто только пришел к христианской вере. Ее назвали равноапостольной, поставив в один ряд со спутниками Иисуса Христа. Жители Пскова считают ее основательницей города. Воспоим днесь благодетеля всех Бога, прославившего в России Ольгу Богомудрую, да молитвами ее подаст душам наших грехов оставления.